Всем привет! Сегодня праздничный день, национальный день Эмиратов, а мы едем на рынок. Дорога к рынку сама по себе интересна, с какой бы стороны вы ни ехали. Встречаются достопримечательности города, яхты, кораблики. Здание рынка Сукаль-Джубайль находится рядом с автостанцией города Шарджа на берегу залива Хали. Здание очень интересно, выполнено в восточном стиле с двумя большими куполами. Мы в секретной зоне, можно сказать, потому что здесь рыбацкий поселок. Сюда сразу же приплывают рыбацкие корабли. И рядом находится рынок, рыбный рынок, мясо, фрукты и овощи. Сразу же свежую рыбу выгружают из лодок и отвозят на рынок. Мы с вами погуляем, посмотрим на рыбаков, посмотрим, как они выгружают свой улов. И, конечно же, покажем рыбу на рынке, сколько она стоит, как ее можно купить, приготовить и прямо здесь покушать. Наверное, не зря в этот раз ходил в моря. Наменял я там подарки, чтобы все моя родня. Скоро наши молодцы, все швартовые Thank you. Но, в принципе, как вы видите, они прямо живут в этих корабликах. То есть, как уплывают от берега, они там остаются где-то вот там, ну, недели, скажем так, пока вот не соберут свой улов, и задача будет выполнена. Вот тогда и... решают обратно на берег переплыть и останавливаются вот здесь. Вот. Перезагружают все и буквально как только приплывают, сразу продаются вот все на месте. Аукцион происходит, закупают свежую вот продукцию, морепродукты, и сразу как только вот это торговли, вот они развозят по всей Эмираты. Вот, как рыба и как и все. По другую сторону залива находится порт Халет, а также городские учреждения, красивые и интересные здания. Вот мы заходим в здание рынка. Здесь всегда оживленно. Местные жители приходят за покупками, а туристы и за покупками, и просто погулять, посмотреть. Рынок состоит из нескольких частей. Рыбный отдел, мясной, овощи, фрукты и специи. Сегодня нас интересует рыбный отдел, поэтому отправились мы сразу же сюда. Запах, конечно, очень сильно концентрированный, и я думаю, вы, зрители, тоже почувствовали даже со своих экранов, насколько сильно здесь пахнет рыбой. Но, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий, поэтому мы сюда любим приходить или просто погулять с нашими друзьями, гостями, или же купить рыбки. Ну вот сегодня просто гуляли, чтобы показать вам, как здесь на рынке интересно.
разных видов рыба продается, и свежая, и замороженная. Смотрите, вот эти даже шевелятся, рыбки, еще живые. Очень большой выбор. К сожалению, названий всех не знаю, потому что если каждую рыбку спрашивать, то там можно до вечера гулять. Вот. Очень много кальмаров, креветок, омары, крабы и прочая морская живность. Да, вот смотрите, по ценам как раз-таки за килограмм примерно идет от 1000 до 2000 рублей. Даже есть вот 3500. Цены указаны в местных дирхамах. Но это все доступно. И главное, что свежие. Вот какие красивые крабы. Нельзя трогать руками. Даже висят объявления. Но я не удержалась. И все-таки попыталась подержать. А пока мы гуляем с вами по рынку, не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, мы будем вам очень благодарны. Конечно, мне хотелось сделать это самой и поднять такого большого кальмара, но мы доверили это сделать работнику. Продавец делает это с удовольствием. Из экзотики есть акулы, причем есть небольшие, побольше, у разных продавцов. Также бывают осьминоги, но в этот раз нам не попался. Вот отдел замороженных морепродуктов. Также плавают рыбы в бассейне, только не поняла, почему эти рыбы были со вздутыми животами и на поверхности плавали. Может быть, кто-то, специалисты, подскажут, почему так. Спросить было не у кого, поэтому просто смотрели и фоткали. Вот здесь отдел аквариум со живыми рыбами, с очком достают покупателю. И покупатель может выбрать, какую рыбу ему нужно. Вот смотрите, как раз мы тут подглядывали, женщина с мужчиной покупали рыбу, и продавец несколько раз доставал им большим сачком рыбу, но они все чего-то вот выбирали и не всю подряд брали. Интересно, почему? Вот. Можно купить прямо свежую из аквариума рыбу. Прямо здесь же есть отдел, где чистят вами купленную рыбу. За небольшую плату эту цену прибавляют к стоимости рыбы. Смотрите, сколько работников занимается чисткой, и все равно стоит очередь. То есть только покупатели и креветки, и рыбу почистят как вам нужно, порежут на куски или оставят целиком, то есть по вашему желанию. И что интересно, на получение очищенной рыбы есть две очереди. Женская очередь и мужская. Если вы станете в женскую очередь, то побыстрее получите свой заказ. В общем, можно схитрить. А так очень удобно, то что не надо дома ковыряться и пачкаться. И вот самое главное, что здесь есть отдел, где вам приготовят вашу купленную рыбу. Тоже за отдельную, небольшую, адекватную стоимость. И уже отправляться можно домой с готовой рыбкой. Приятного аппетита!